В Екатеринбурге приключилась почти детективная история по, казалось бы, безнадежному поиску и аресту спрятанного банковским должником движимого имущества коленчатых подъемников марки «Олад» на колесном ходу. Предприниматель, ФИО которого, естественно, не разглашается, не вернул банку крупный кредит – 40 миллионов основного долга, 6 по процентам и 7 в качестве неустойки. Итого суммарно 53 миллиона. Взыскатель по суду на бумаге добился права вернуть себе залог в виде грузоподъемной спецтехники. Но бизнесмен ареста подъемников ожидать не стал и спрятал залоговое имущество на складе сторонней компании. Той, что к его фирме никакого отношения не имеет. И это еще не все. Как выяснили судебные приставы, после того, как специалист детально обследовал залоговую спецтехнику, должник, не сам, конечно, через левых мастеров, перебил на подъемниках регистрационные маркировки завода-изготовителя, чтобы все концы в воду. Но хлопоты эти оказались бесполезными. Под прикрытием вооруженных бойцов силового подразделения судебные приставы разыскали подъемники и, обнаружив злонамеренный подлог с перебитой маркировкой, в кандалах на эвакуаторах увезли арестованное имущество в гаражи взыскателя на ответ хранения. Если должник не рассчитается по долгам, коленчатые подъемники выставят на торги.